Самарская ракета-носитель «Союз ФГ» доставит на орбиту космический корабль «Союз МС-04». Запуск успешно произвели сегодня в 10:13 по московскому времени с площадки номер 1 космодрома Байконур гагаринского старта. Полет к МКС проходит по укороченной 6-часовой программе. В 16:22 по Москве запланирована стыковка с модулем «Поиск». На борту корабля астронавт НАСА Джек Фишер и космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин. Для него это 5-й космический полет в карьере. В общей сложности он провел в околоземном пространстве 537 суток и совершил 8 выходов в открытый космос. С собой в командировку, которая продлится 136 дней, российский космонавт взял талисманы Юру и Нюру, фигурки героев мультфильма «Роскосмоса», в создании которого он принимал непосредственное участие. А на борту Международной космической станции своих коллег встретит Олег Новицкий, Пегги Уитсон и Тома Песке.